прошла Россия. Он начал, наверное, тренироваться, они еще не родились, блядь. Вот, а он все выступает. Жирных не было. И дрыщей не было. Как он предполагал, что это плачевно, конечно, предположение. Очень хорошие данные. Очень хорошие, нет слабых мест. Не теряй время. Это вот самое главное для спортсмена, это потерянное время. Скоро, блин, в бикини говорят, что будет мастер спорта выдавать. Но в смысле это, говорят? Я думаю, что перспектива развития NBC в России будет увеличиваться, так скажем. И вообще не нужен такой бодибилдинг. И это уже где-то будет рядом с спортивной индустрией. Фух, ладно, друзья. Всем привет. Город-герой Москва. По-моему, 5 мая. Или не 5, 3. А, 3. Ладно. Ничего страшного. Может быть, вы будете смотреть ролик 5 мая. А может, и не будете. Зависит это уже не от меня. Итак, я сегодня приехал. На самом деле, я приехал по делам. У меня близкий друг прилетел в Москву. Не виделись много лет. И сегодня приятная будет у меня встреча. Но, как обычно, если я что-либо делаю, куда-либо двигаюсь, то я стараюсь максимально эффективно использовать время. Я списался с Димой. И вот он, нарядный, молодой, красивый. Дмитрий Голубочкин. Димон. Здорово, здорово. Ну что, мы сегодня снимем для вас, на самом деле, несколько роликов, потому что у меня есть очень много тем, которые, нельзя не обсудить с Димой. Вообще нельзя. Не обсудил с Димой эти темы, блядь, зря в Москву приехал. Давно не виделись. Давно не виделись, кстати, в том числе. Так вот, давай сразу прям к делу, потому что мы уже, на самом деле, поговорили об этом, как обычно. Камеру вообще нельзя выключать рядом с Димоном. Лучше прошла, не надо. Прошла Россия. О. Да. Прошла Россия. Из того, что я был, что опять меня расстроило. Это единственное, кстати, в остальном-то все неплохо. Насколько это может быть неплохо, вот настолько неплохо. Как всегда, нету зрителей. В Подольск ехать было максимально людям неудобно, даже из Москвы. Я так понимаю, что они не приехали. Пришли мамы, папы. Спортсмены, которые выступают в другие дни, в других категориях. Понятно, функционеры. Пустенько было, максимально пустенько. И максимально нешумно. Я помню, что был на чемпионатах, знаешь, где был ор. Я был однажды в Тюмени. Там был разъеб, братан. Там, знаешь, как будто футбольный матч. Знаешь, Москва охуевшая, блядь. Они, знаешь, никто не едет. Я сам не поехал, не знаю. У меня дела просто были. А москвичи, они такие охуевшие все. Да, да, да. А голубочки такие, тем более. Тем более, блядь. Это. Но просто дела были, и Подольск, не потому что не хотел поехать посмотреть, но просто некогда было, ребята ездили, ничего пока еще не спрашивал. Антон Дожинов ездил, смотрел. Знаешь, вот по картинке интернета я вижу передние ряды зала, и я предполагал, я не видел, конечно, как я могу видеть, но я предполагал, что народа нету. Неудобно, в зале нету. Да, неудобно. Народа в зале нету, и, конечно, не все смотрел. Смотрел, интересно было бодибилдинг, немножко посмотрел онлайн. Посмотрел категорию тяжей. Как предполагаю я, мечты сбываются, знаешь, как и предполагал, что это плачевно, конечно, предположение, что уровень бодибилдинга падает. Может быть, и не падает. В целом, я не говорю про конкретных спортсменов, да. Там, как такой спортсмен, такой, не про это, я говорю вообще. Количество было. Количество было, но качество вот именно вот в супертяжелой категории, блин, конечно, честно говоря. Глазу не было особо сильно где зацепиться. Зарубы не было. Не было зарубы, не было. Такого, знаешь, смотришь, думаешь, бля, мне надо срочно в зал ехать качаться. То есть хорошая форма, хорошее качество, достойные спортсмены. Но вау-эффекта, который иногда бывает в каких-то там, бывают сезоны, когда категория разъем. А тут ровненько, понятненько, не эмоционально. То есть они неплохие, жирных не было, и дрыщей не было. Но почему-то не было вау-эффекта. Знаешь, я смотрел на, именно что касается вот сейчас подготовки спортсменов, именно соревновательной формы, да? Какие-то, знаешь, недоделанные. Я не говорю там конкретно кто-то, я говорю вообще в целом. Меня порадовал Эскин. Эскин порадовал то, что, парень выступает. Всегда. Миллион лет, сколько я его знаю.
Вот, и радует то, что входит в призы и борется до сих пор самого маленького роста, блин, и борется до сих пор с тем поколением, которое... Он начал, наверное, тренироваться, а они еще не родились, блядь. Вот, а он все выступает и показывает, ну, достойную форму. Вот, а категория тяжей была предсказуема. Бекузаров выиграл, заслуженно выиграл, хорошая форма. Абсолютно тоже Артур был предсказуем, он сильно отличался от других спортсменов именно соревновательной формой. Да. Именно подготовка, качество, глубина и именно вообще в целом. Артур практически около готовый стартовый 212 Pro. Там он, чуть-чуть штрихов и качество, и ему можно. Он сделал лучшую форму в своей жизни. Конечно, конечно. Лучшую форму. Лучше он не был никогда. Да. То есть он прогрессирует, и это радует. Да, но это его перспектива, если все будет хорошо. Вот, и я думаю, что будет прогресс и будет результаты. Конечно, большая перспектива на 212 фунтов, на про. Огромная. На про дивизион. Очень, очень хорошие данные. Очень хорошие. Нет слабых мест, прям ярко выраженных. Кроме Артур, родное мое сердце. Позирование. Не, ну это все решаемо. Нет. Понимаешь, я сейчас по мышцам говорю. По решаемо, мышцам, сколько прям, лет вот, Артур, ты выступаешь? Вот, и уже нужно отделять, ну, знаешь, нужен человек, который будет говорить, блядь, нахуй, хуярить. В Питер надо переезжать, я тебе уже говорил, давай, чемодан надо, же упаковывай. Надо или менять локацию жизни, чтобы прогрессировать, потому что надо что-то делать для того, чтобы прогрессировать, я сейчас Артуру говорю. И если ты переедешь в Питер, будет проще. Проще тебе будет, проще твоему тренеру и проще во многих аспектах. Во многих. Ни в одном, ни в двух. А, ну, я думаю, что не теряй время. Это вот самое главное для спортсмена – это потерянное время. Да. Вот его нельзя терять вообще нисколько. Посмотри на про дивизион. Ребята, которые выигрывали любительские турниры чемпионата мира, им было чуть больше 20. Они уже выигрывали и уже в про дивизион выходили, чтобы было время выступать на про. Поэтому не теряй время. 100%. Другие категории. Очень достойный опять классик физик. Очень интересный спортсмен выступал в классик физик. Парень выступал первый сезон в своей жизни и выиграл на России то ли категорию, то ли абсолютку. Я, прости, забыл. Причем самое смешное, знаешь что? Этот пацан до выступления записал в Инстаграм ролик, где, короче, ну, мне, говорит, можно, я, говорит, выиграю? Вот, типа, пари, вы сделаете со мной ролик. Да, ты выиграл, у тебя мои контакты есть, звони, я буду в Питере. Тебе на канале Генетик ролик, чтобы тебя узнали, тебя увидели, у тебя потрясающий результат, у тебя отличная форма. Ну, чувак, ты молодец. Сказал, сделал. Расскажу маленькую историю. За три дня до соревнований чемпионата страны ко мне приехал парень, хотел просто потренироваться. Артем зовут, значит, он выступал сейчас по колясочникам, бодибилдинг. Значит, приехал ко мне потренироваться, да? Вот, и очень рад за него, что он выиграл категорию свою, именно в свою номинацию среди колясочников, очень хорошая, достойная форма, и мы достойно потренировались, он очень трехчасовую тренировку выдержал, ну, вообще, прям молодец, очень радует меня, и Артем, респект тебе, и надеюсь, что не первый, и то есть не последний раз выступаешь, и будем следить за тобой, и прогресс тебе, и здоровья. Ребята вообще огромные молодцы. Да, да, да. То есть дают особенно, другим мотивацию, особенно, понимание. И особенно ребята-инвалиды, блин, ну, это вообще просто отдельный респект. Это космическая мотивация по сравнению с теми людьми, которые значит, две руки, две ноги, все живое, блин, да, а тренироваться не хочу. Вот для них вот эти люди мотивация. Я много раз приводил примеры таких людей. И представляю, какая у них мотивация, чтобы сделать достойную форму и выступить, еще и выиграть. Так что респект всем, друзья. Дальше, кто у нас еще выступал? Девчонки. Не смотрел. Девчонок не смотрел. Не смотрел. Я, если честно, смотрел из девчонок, так совпало, только видел категорию крылатые. А вот крылья. С крыльями. Не, постоянно в Инстаграме вылетают вот эти крылья, блин.
Не знаю, я не понимаю. Но это я думаю, что не... Не понимаешь критерии оценки или не понимаешь, зачем это нужно? Зачем это нужно? То есть ты считаешь, что это нужно выкидывать из... И вообще не нужен такой бодибилдинг. И это уже, ну, где-то будет рядом с порноиндустрией. Да не, они весьма более одетые, чем бикини, ну, в разы. Не знаю, я не понимаю. Я не хуй знаю. Не ко мне вопрос, блядь. А если мы рассмотрим ту ситуацию, что именно за счет этих девчонок и в большинстве случаев женских номинаций собирается здание, оплачивается призовой фонд бодибилдерам. Не, но это уже... Деньги-то забирают у девчонок, а отдают-то бодибилдерам. Ты смотришь со стороны бизнеса. Со стороны организации в том числе. Организации и бизнеса. Ну, чуть-чуть. Вот. А мы сейчас смотрим со стороны спорта. А они спортом не называются, в крыльях называются. Ну вот. Но если уже скоро, блин, в бикини говорят, что будет мастера спорта выдавать. В смысле говорят? Выдают. Уже? Все. Выдают уже. Уже, да, подписан приказ Минспорта, поэтому бикинистки теперь. Что касается бикини, конечно, бикини сейчас другие. Они намного, ну, видно, что они тренируются. Там некоторые девчонки были жестче и суше, чем пацаны. Но они в очень хорошей форме. Очень хорошей форме. И очень сильно изменены. Ну, по сравнению с тем, что было там 5-7 лет назад. Вот. 5-10, наверное. 5 уже там были хорошие. Ну, это с 2011 года вообще в бикини. Вот. И, конечно же, это прогресс. И, конечно, на девочек смотришь, что они тренируются в зале. Но я все равно повторяю, что это не спорт. Ну, наверное, не мастера. Но это немножко другое. Понимаешь, все равно нельзя здесь ее сравнивать с девочкой там бодифитнеса или бодибилдинга. Но это другая планета вообще. Во-первых, другая мышечная масса, там все сложно. Я бы сказал, что бикини был бы 100% видом спорта, если бы у девочек бикини действительно ввели допинг-контроль. Вот да. Я считаю, что в бодибилдинге он не нужен. Вообще, ну, бред. Прям ну, бред, да. Конкретный бред, идиотизм, да, конченность сознания. Я думаю, что... А вот в бикини я бы ввел. И тогда это было бы спортом. Ну, здесь... Потому что у них сильно не равенство. Почему? Что такое спорт? Равенство. Все культуристы на допинге. А девочки бикини, часть на допинге, заметно. Часть чистенькие, заметно. И это нечестно. В спорте должна быть честность, справедливость. Ростовые категории, весовые категории, возрастные категории и используемые, допустимые или недопустимые препараты. Вот у девчонок там получается развал. Мы понимаем женский бодибилдинг, ну, ребятки. Ну, как бы там мы все понимаем, да, что все... они конкретно принимают креатин. Все просто. Грамм 10 в день креатина точно. Все просто, надо просто взять допинг-контроль у топовых спортсменок бикини, и все будет понятно. Я думаю, что они не пройдут его. Не пройдут. Они не пойдут на него? Ну, они не пойдут или не пройдут, или как-то, то есть, ну, это дисквал. Представляешь, будет в бикини дисквал. Слушай, но это уже кипиш. Вот, положа руку на сердце, скажу. У меня есть спортсменка по мастерам, трехкратная чемпионка России. Ничего, кроме диуретиков, никогда в жизни не принимала. Не, ну, диуретики, да, легкие, ничего жесткого. Стероиды. Она тоже не пройдет до конца. Не пройдет, да, потому что диуретики тоже допинг считают. Да, конечно. Но стероидов никогда в жизни даже не видела, как они точно выглядят. Но, опять же, это исключение из правил. Там есть генетика, там есть трудолюбие и время. Большинство это невозможно достичь такого результата. Никак. Это очень не в таком уровне, как сейчас. Может быть, раньше это можно было сделать, но не сейчас. Сейчас уже очень сильный уровень. Прости, что перебил. Пока я не забыл. Это просто нужно. Так. Это важно. Хорошо. Был очень острый вопрос, часто именно для культуристического сообщества России, да, что всегда говорили, что вот есть федерация NBC. Так. И всегда говорили, все круто и красиво, и там первыми появились крылья, да и ребят много, и открытое судейство, прикольное, интересное. Но всегда со стороны ABB был такой вот, знаешь, такой плевок. Ну, у вас бодибилдинг тяжелый, ни о чем, там только обиженные, кого засудили, бодибилдинг никакой. А сейчас из-за краски допинг-контроля огромное количество спортсменов тяжелой категории по ходу дела окажется в NBC. Уже какие-то оказались, какие-то придут. И как ты считаешь, может ли оказаться в этом сезоне, что тяжелая категория NBC будет более интересной, чем тяжелая категория ABB? Или они будут равны в данный момент? Не, ну, здесь все, ты уже сказал, все понятно и предсказуемо. Я спортсмен, который выступает на соревнованиях. Меня дисквалифицируют в федерации ABB за допинг-контроль. Mm-hmm. Куда мне идти? У меня, блядь, там 25, блядь, там чуть больше, mm-hmm. да? Вот, но у меня вся карьера впереди, и что мне делать? Mm-hmm. Естественно, я ищу альтернативу. И альтернатива в данный момент – это NBC. Поэтому все спортсмены, ну, идут в другую федерацию.
И все, все ясно и предсказуемо. Я думаю, что сейчас уровень NBC будет с каждым годом все лучше, сильнее, сильнее, сильнее и сильнее. Второй вопрос вот. По NBC. Я замечал, вы, наверное, все уже поняли, у меня вообще нету флага, у меня это две кости и белый череп, да, мне вообще все равно там IBB, NBC, я исключительно за бодибилдинг, который люблю страшным образом с раннего детства, благодаря которому я остался жив, благодаря которому я кушаю, кормлю себя, семью, сотрудников и еще и там некоторых людей других. Так вот, начнется ли экспансия NBC в ближайшее время в регионы? Ведь вот оно зафиксировалось крепко в Москве, окружности Москвы, но ни по что, не появилось NBC Урал, не появилось NBC Дальний Восток. Изменится ли ситуация вот из-за того, что сейчас будет рост притока спортсменов, связанный с ограничениями допинг-контроля? Или все сохранится так же, твое мнение? Я думаю, что конкретный вопрос не ко мне, надо у функционера спрашивать, NBC. Мне кажется, что ты думаешь. Я думаю, что перспектива развития NBC в России будет увеличиваться, так скажем. Регионы появятся. Появятся, точнее. Регионы появятся, понимаешь? Всех отпугивает допинг-контроль IBB. Не потому что, но вот сейчас, не знаю, какая ситуация была на данном чемпионате страны. Не пришли. Ну вот, значит, что-то видно как-то или решили, или что-то делали, или что-то, какие-то движения было со стороны функционеров IBB. Вот, не знаю, но... Если это будет все равно наплывом, все уже наслышаны и боятся, и топовые спортсмены IBB дисквалифицированы и уже в других федерациях, поэтому альтернатива будет развиваться однозначно. Будет расти. Да. Да, именно однозначно. Альтернатива в лице NBC, потому что в лице NBC, да. Альтернатив федерации действительно много. Не, ну мы сейчас берем и конкретно, они NBC сейчас одна из самых сильных альтернатив, я думаю, что больше нет. Ну, сильная медиа, большая вовлеченность, да. Вовлеченность комьюнити спортсменов. Действительно, спортсмены. И сильный уровень спортсменов, которые показывают результаты. То есть именно уровень спортсменов высокий. То есть на уровне IFBB даже лучше, даже некоторые выше. Ну, потому что есть и разница в категориях. Почему Classic Physique, NBC смотрибельнее? Ребята, у них допустимый вес гораздо выше. Есть поэтому вы тоже имейте в виду. Не сравнивайте две этих категории, они разные. По регламенту, категории. Здесь все просто и легко. Смотри. Спортсмен, который хочет посвятить свою жизнь, часть своей жизни бодибилдингу и добиться максимальных результатов, он максимально хочет быстро выступить в любителях и взять про-карту. Как это надо сделать максимально быстро? И вот он выбирает или IFBB, или NBC. Вот, и как-то быстро что-то выигрывает, да, если он высокий уровень спортсмена. Мы сейчас говорим не просто про спортсменов, а те, которые там высокий уровень спортсмена. Им нужно максимально быстро забрать про-карту и минимум выступать в времени в любителях, чтобы посвятить свою жизнь именно в про-дивизионе, вот, какую-то карьеру сделать. Поэтому вот и, как правило, в NBC больше шансов. У спортсменов за минимальные сроки взять про-карту и да. Там просто приезжаешь на турниры Оксаны Гришина и берешь про-карту, и вот ты уже и профессионал IBB. Вот, и выступаешь на... Двигаешься дальше. Ну да, профессионала. Мне было интересно мнение Димы, и последний, крайний вопрос для этого ролика. Тебе было несподручно, ты не нашел время приехать на чемпионат России по бодибилдингу в Подмосковье. Примерно вот с этой точки, где мы сейчас стоим, значит, Дима рядом живет, думаю, не зря он выбрал этот зал. Ехать примерно... 30 минут на машине. Ну ладно, час, там пробки всякое, говно, Москва, да. В общем, но по неизвестной или чуть-чуть известной причине, ты будешь в Красноярске на Siberian Power Show присутствовать весь 7 дней турнира. Сфоткаешься с ребятами? Конечно, сфоткаюсь с ребятами. Ну подожди, можно здесь, не бояться, стесняются. Здесь, подойдут, а ты как укусишь. Здесь смотри, здесь был в том году, и мне очень удивила организация. Денис Кьюсин, конечно, респект. Денис красавец, прям, не знаю, что сказать, прям молодец. То, что есть такой турнир в России, да, вот. И то, что он развивается, и с каждым годом становится все лучше и лучше. Вот. И я ни разу не видел сцену турнира по бодибилдингу такого уровня, сцену именно, которые выступали в финале там и любители, и элит-про. Вот. И сама в целом организация вообще всех видов спорта, как выставку
так до выставки я не дошел, мне не дали. Вообще вот не я, дошел? Я думаю, что да, там можешь сфотографироваться. Я максимум доходил до, блядь, до бара, блядь. И все на этом заканчивалось. Вот. И я думаю, что в этом году я куплю футболку Siberian Power Show, блядь. Димон, ты не поверишь, тебе ее подарят. Хорошо. Я договорюсь, как генеральный отлично. Спонсор, на эту футболку. Хотя бы парочку футбол я буду носить, правда. Вот. И, конечно же, мы будем работать, друзья, кто увидит этот ролик. Красноярск, ждите, 10 числа с утра я уже прилечу, и все три дня будем работать на стенде Siberian Genetic Club Nutrition вместе с Русланом и с ребятами, вот, и так что приходите обязательно, и обязательно сфотографируемся, и любому дам автограф, и слава богу, я посмотрю хотя бы выставку и соревнования. До встречи, друзья, занимайтесь бодибилдингом, берегите себя и близких, делайте добрые дела. Бодибилдинг навсегда. Там лайки другу отправь видосик. Да-да. Все дела.